Сегодня стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. В нем примут участие более 2000 человек. Иностранные языки, математика, физика, химия, биология. Проверить свои знания школьники смогут по 22 предметам. Региональный этап олимпиады продлится до 25 февраля. Члены предметно-методических комиссий проведут обучающие семинары и консультации для наставников участников олимпиад. Победа в региональном этапе – это шанс выйти в финал Всероссийской олимпиады школьников. В нем примут участие все, кто набрал необходимое количество баллов, а также победители и призеры заключительного этапа предыдущего учебного года. Кстати, победители и призеры финала могут поступить в вуз без вступительных испытаний по профильному предмету.